подземном пешеходном переходе у остановки «Большая» среди бела дня жестоко избит уличный музыкант, игравший для публики на гитаре. Некий разъяренный горожанин разбил о голову молодого человека его собственный инструмент. Инцидент произошел в оживленный вечерний час. Люди возвращались с работы. В полицию первоначально сообщили о стрельбе в подземной галерее. Треск разлетевшейся на куски гитары люди приняли за выстрелы. Как объяснил полицейским 20-летний потерпевший, он стал жертвой какой-то ошибки. Дело вовсе не в возмутительном репертуаре, а похоже в семейных делах. На этом месте юноша стоит регулярно. Сюда к нему приходят друзья. В их числе оказалась девушка, которая, как выяснилось, сбежала из дома. Совершенно случайно ее заметил отец, который проходил мимо. По всей видимости, в подземном менестреле он и увидел причину непослушания дочери. Мужчина подошел, потом спросил у своей дочки, это твой друг, взял, бил его, а потом гитары по голове произошло. Потом девочку начал бить шнуром. Прежде чем прохожие успели растащить дерущихся в стороны, разъяренный горожанин успел изрядно попортить внешность гитариста. Тем не менее, успокаиваться он не собирался. Вырвавшись, Буян бросился следом за дочерью, которая в ужасе побежала на выход из перехода. Видела, что вот отец избивал вот и пацана, и дочку. Просто так бить жестоко, конечно, так дети будут убегать с дома. Потому что очень жестоко было. Кричала то, что это моя дочь, ее 2 дня дома не было из-за этого. Для пострадавшего вызвали скорую помощь. У него как минимум сотрясение мозга. Полицейские разыскивали и скрывшегося отца, и девушку. Было совершенно непонятно, сумел ли мужчина ее догнать. Вещи беглянки остались на месте событий. Писать заявление на обидчика гитарист, как ни странно, отказался. С места происшествия Валентин Борозняк, Евгения Сычева и Виталий Векслер.